3 стих. «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в ней, ибо время близко». Знаете, здесь слово такое, говорит, «блажен» — это счастливый человек. Христос сказал самую лучшую проповедь о блаженстве в Нагорной проповеди своей. Счастливый, блаженный, благословенный, радостный человек, который открывает книгу Откровения и в этой книге Откровения исследует и видит Откровение Иисуса Христа. Нет ничего лучше для человека, который, читая книгу Откровения, открывает, кто такой Христос. И Христос говорит, не бойся. Не бойся этой книги. Что ты не понимаешь? Ничего страшного. Ищи меня. Открывай. Проси, чтобы дух премудрости был открыт в этой книге, в этом послании. Напоминаю, 40 лет прошло, где Христос, обращаясь к этим церквям с таким посланием, я перестал быть видным в вашей общине. Вы изменили мне. Вы променяли меня на служение больше, чем на жениха. Это в дальнейшем, если это интересно, то и Господь позволит, я хотел бы именно вот с этой стороны подойти к этим церквям. Сегодня было такое небольшое вступление. Слава Богу, спасибо, что вы внимательно слушали. Давайте помолимся. Аминь.